те иностранцы, те американцы, которые жили в Казахстане, понимают, что казахстанцы любят свой бешбармак. Почему? Потому что это очень вкусная еда. Нам всем очень нравится, это очень уникальная еда. Но, к сожалению, есть американцы до сих пор, которые не попробовали бешбармак. И в рамках нашей годовщины, нашей 25-летней юбилея, мы хотим поблизить, объединить наших народов через наши национальные кухни. Поэтому мы хотим в течение года, чтобы американцы в каждом штате попробовали бешбармак.